За каждое подтягивание 100 рублей. Кто больше всего раз сделает, тот и забирает. Сколько раз подтянется. Так вот, на мячике, на турнике. Понятно задание? Кто первый идет? И подтягиваться. Наверх, да, наверх, да, наверх. Голову в сторону и наверх, да. Ох ты, без разницы, плюс 40, да? Я понял, получилось. Есть. Следующий. Один раз есть? Не, не вариант. Раз. Ого, это реально сложно. Да. Ну давай, хоть три раза сделай. Один. Давай, давай, давай. Два. Три. Четыре. Еще на четыре раза. Давай, давай. Там был хватит. Восемь раз. 800 рублей. 500. 600, 700, 800 рублей ты сегодня выиграл. Молодец. Давай, поймаешь мяч, 1000 рублей забираешь. 1000 рублей? Да, вот так. Вот так? И отсюда, раз. И 1000 рублей твоя. Так, надо вот распределить. Я давай, три попытки, еще две у тебя. А сейчас поймаю. 1000 рублей забираешь? Да. Еще одна попытка осталась. Ну-ка, давай, Каис. Давай, у тебя последняя, соберись. Каис, давай, соберись. Я верю в тебя, Каис. Давай. К сожалению, а момент нет. Какой, да? Ты когда рано наклоняешься, он бьется и отлетает. Надо вот именно подождать. Терпение надо. Нет, нет. Сейчас ближе было. Дайте ему еще одну. Дадим еще? Да, давайте. Ну, давайте. Эрик, давай еще одну. Давай. Давай, соберись. Ты уже примерно понял, как? Ну да. Кто я тогда вообще подпишу? Что ты делаешь? Как по ощущениям, реально сделать? Да, я 100%. Просто приседание. 10 раз сделаешь 1000 рублей. 5, 500. 200. А, типа один раз 100 рублей? Так же? Ты же не смогу. Тут тебе на кого большой размер. Я на раз сразу. Сюда проиграл. Ну еще раз попробуй. Попробуй. Ну это, давай полный делай. Полный. Интересно. Полный. Очень сложно. Понял, вот сюда. Опа, ой, почти. Не упал. Я чекаю. А ты не пробовал первый раз делать? Ну как для первого раза ощущения? Вообще. С виду кажется легко, наверное, да? Да, я знал, что сложно было. Я тоже знал, что сложно. Тихо. Да, шлопнуть. Да, встать не могу. А я пару. Все, я на вещи помню. Все, все попробовали? Нет, вот двое. Теория это хорошо, а практика это другое. Да. Ну, я думала, у меня ручки короткие, я не смогу, наверное. Воу. Близкая, близкая. Был рядом, рядом, рядом. У меня еще две попытки. Вот. Еще одна это попытка. А? Как думаешь, сделаю? Не знаю, нет. Блин! Я думал, ты тренировался. 10 раз 1000 рублей. 10 сделать? По-моему, 13. 13, да? Ну окей. Да, самое сложное. Один.
2. Одна хватит. Давай. Ну, ноги, конечно, неправильно поставил, ну ладно. Вообще нет. Давай. Ноги на ширине плеч чуть шире можно. Давай, еще можешь. Ну ладно, давай. Сила воли, давай. Сколько раз? Какая ситуация? Вот он сколько ты сделал? 7 раз. Ну ты сделал нечистыми, как его засчитать? Как правильно? Ну, 2 за 1, думаю. Да можно 2 за 1 засчитать просто и все. 2 за 1, это сколько получается? 400. 400? Типа ноги у него широко ну, были? Ну да, ничего. Да, да. Давайте, ладно, 500. 500. 500, сделаем. Ну и что? Ладно, плюс-минус, округлим туда-сюда. Нет, Соти, дайте мне одну попытку, Анатолий. Оператору? Да, одну попытку. Давай, я буду снимать, один. Оператор пробует. Давайте. Давай. Еще две попытки. Конечно. Еще одна. Ну, не очень прям близко. О! Ну молодец! Ну давайте камеру. Давайте я сниму вас на картине. Давай, давай. Молодец, нифига, я не ожидал. Как тебе я тоже не ожидал. Никто не ожидал. Кто так сможет, напишите в комментариях. Ну, да, давай, попробуй. С первого раза делай. С первого? Ну ладно, с третьего. Почти сделал. Короче, кидаем правой, переходим, ловим левой. Правой кидаем, левой ловим. Опа. Опаньки. Почти. Ну, если чисто, чисто, должен поймать, не коснувшись корпуса. Первый раз в жизни, да. Да, да, да. На этом. А на этом закругляемся. Увидимся в следующем видео. Всем пока.